Разобрали по кирпичику. Дом на улице Минской, где 6 ноября прогремел взрыв, сносят. Напомним, трагедия унесла жизни 6 человек. В память о них неравнодушные люди до сих пор приносят цветы и игрушки к месту страшных событий. После признания дома аварийным было принято решение о его сносе. Однако пока специалисты не завершили следственные действия, а жители дома не забрали уцелевшее имущество, стирать здание с лица земли не спешили. Для того, чтобы снести дом, во-первых, потребовалось то, что жители должны были забрать свое имущество. Мы им эту возможность предоставили. И сейчас то имущество, которое у них находится в постройках на территории придомовой, также будем помогать с размещением их имущества для того, чтобы снести и те постройки, которые находятся на участке.